Пожалуй, невозможно представить ни один город, село, станицу или хутор без Дома культуры. Место, где жители могут заняться творчеством, а то и просто пообщаться. В станице Анапской такое место тоже есть. Его история началась с читальной избы 65 лет назад. За это время станица выросла, и на том месте появился большой Дом культуры, куда каждый день приходит больше тысячи человек. Уже сложилась традиция отмечать каждый год день рождения клубной деятельности. У нас в ЦКС Анапской 36 творческих коллективов. 1700 человек приходят заниматься творчеством разнообразным. Танцы, песни. Вы видите, что тут и детки, и родители. Для всех это праздник. В этот день поздравить своих коллег пришли и бывшие директора Анапского Дома культуры Любовь Санина и Нина Хижняк. Они и сейчас, что называется, в боевом строю. Активно участвуют в общественной жизни и занимаются творчеством. Это моя жизнь. Я с песней, короче говоря, по жизни прожила так. Вот. Ну, потом я ушла на пенсию, и я с этого Дома культуры ушла. И сейчас я до сих пор еще пою в казачьем хоре Анатолия Аркадьевича Трошевича. В этот вечер в стенах станичного храма культуры собрались все, кто причастен к этому событию. Участники творческих коллективов и простые жители Анапска. Поздравление всем работникам Дома культуры прозвучало и от лица главы города-курорта Сергея Сергеева, и от министра культуры Краснодарского края.